И ты должна вкусно пить, получая наслаждение, царя. Прям получая наслаждение. Как хочешь, но вывали не эту ноту. Она другая же. Ну, еще раз. Теперь спой, прямо капельно играй и поем. Микрофон. Ага, теперь сделай это вкусно. Плацдарма нет, совершенно. Тут мешает, там мешает. Ну, класс огромный. Все, работаем. Ты справилась, но ты впереди телеги бежишь. Оттягивай немножечко. Немножечко оттягивай. Ты торопишься. Наслаждайся. Ой. Вытаскивай там из файлика, подписывай себе. И пока не насладилась еще, вот в самом конце, на, понимаешь, вот. Вот ты что, ну, ассоциациями мысли, Сарьяна, вот ты вкусно-вкусно, вот я сейчас, вот день учителя сегодня, я сейчас, мы сидели, там такой торт, там все так вкусно, а мне надо на урок же к тебе идти, вот я, ну еще чуть-чуть, и разговоры такие, которые как бы сердцу приятны, и деловые, и в то же время они как, а надо бежать. Вот ты тоже наслаждайся нотой перед тем, как идти дальше. А ты не наслаждаешься, ты уже думаешь, как бы побежать. А я все равно, я знала, что мне надо туда, но я еще здесь хотела побыть. Если ты так мыслишь фразировку, вот здесь захотела посидеть, ну дальше туда. Дальше, я... Ну было хорошо, было смело. Было смело. Я люблю такие вещи. Корявенькая, да, еще эта фраза, ее нужно хорошо сделать. И вот эти полтона, которые... То есть там немножечко можно сделать небольшое такое вот увеличение динамическое, волну такую сделать. Не просто та-да, та-да. Нет, оно должно быть очень налегательно. То есть все должно быть смело. Так, я там могу неправильно спеть. Приготовься. Еще раз. Еще раз. Думай прямо сейчас, что там с фразой нет. А кто тебе не дает? Да, меня туда что-то тянет. Нет, а куда? Зачем тебе туда тянет? Не знаю. Я же не снимаю. Ла-цу-бэй, туай. Я же мысль все равно цель. Ритмично тут все должно быть так вкусненько. Survive.
У тебя здесь даже синкопка. Вместе со мной. А зачем ты берешь дыхание? Да, надо. Ты теряешь время. Поняла? Ага. Пробуем. Все должно прямо. Сейчас было лучше, но все равно шатко. Но это ничего, нет, нехорошее слово. Это хорошо. Работать будешь. Но, понимаешь, вот когда мы такие ноты берем, они смелые у тебя, она была чистая, эта нотка верхняя. Она не только ради того, чтобы вот мне ее взять. Ага. Она по инерции. Да. Она, и она должна там еще, понимаешь, она должна там раскрыться, то есть должна насладиться, дать насладиться слушателю. Вау, какая нота классная, вообще как интересно. Поехали? Второе проведение. Нет, еще звучит. Так ритмично. А уже опоздала, пока наслаждалась. А вот умудряться нужно. Здесь и сейчас. Хочешь передыхать? Сейчас на верхнюю ноту. Но мы сейчас второе проведение. Ты хорошо спела первое. Уже опаздываешь. И что это было опять за тюбик? Ну, слушай, ну, сорян, ну мы не можем. Мы должны научиться динамически-то работать. Делай это вкусно. Зачем? Вообще не туда, ну сорья, ну ты чё? Попиваем. А будут папа. Слова, я просто двинусь. И если честно говоря, мне это не надо. Вот мне это надо тебе. А вот мне не надо.
И вот хоть что вы мне говорите, что вот, учительница должна, ничего не должна никому. Угу. Абсолютно. Слова я совершенно могу не знать. Сарьян, ты завысила сейчас там, в двух местах вообще конкретно. Я понимаю, тебе нравится вещь, я понимаю, что интересно, она по твоей тесситуре, тебе петь несложно, как бы ты уже начинаешь играться, там баловаться, все. Но ты подлетаешь, и ты завышаешь. Еще раз второе проведение сначала, правильно? А там все. Ва-та-та-ри-да, ва-да-пай, ла-ра-рим-пам-пум. Ва-ба-ду-па, ура! Все что угодно, но не тормози, мне нужен звук, нам нужно сейчас фразировку, нам нужно проверить по диапазону, чтобы все-таки было все хорошо. А ты это умолкаешь, и что мне делать? Ну куда ты торопишься-то? Ну метра совсем нет в голове. Почти на полтона. What's my lesson, what's my... Она вот так же, как у Джульетты, когда вот она переходила на, в модуляцию, она тоже подлетала там, понимаешь, это эмоциональный еще ряд тебя подкидывает. А ты не имеешь права. Заземление-то для чего? И наслаждение. А что, наслаждаешься тем, что завышаешь? Сейчас вторая была. What's my... Куда? What's my girlfriend? Ну, вот смотри, вот на одном дыхании, как можно вылететь? Микрофон акапельная. What's my girlfriend? What's my girlfriend? Это вяло. Это вяло, не тембрально. What's my girlfriend? What's my wife? Прямо утрирую сейчас. Сейчас. What's my wife? Великолепно. А вот когда у нас... У нас все и подлетает, ты понимаешь? Легато, опора, динамика. Она никогда не даст вылететь. А этого нет, оно и летит куда хочет звук. Не отпускай, боже. Сарьян, давай ты здесь просто скажешь, не пой, вот это все. What's my... Скажи, да, вот так вот развязывай. Здрасте. Вот так вот скажи. Вот скажи. What's my girlfriend? What's my girlfriend? Нет, ты даже так скажешь. What's my girlfriend? Я прямо вот, звук у меня прямо вот, я вот чувствую. What? А ты what? What's my girlfriend? What's my girlfriend? Why сейчас последнюю завыся. What's my wife? What's my wife? Ну вот надо как-то вот, умудриться. Что такое? Что? А, ну поздравляет нас, наверное, с днем учитель. Аккордеонист. Мальчик. Черт украшу. Ну не заземляешься, тащи прямо. Спой по-разному, соедини там. In bed, the love for love, you man, the love to love it. Так лучше? Mm-hmm. Ну, так вперед. Поймите себе.
That's a love for loving. Что там? Еще разок. Фарафуна! Вот почему тарара? Не знаю. Вот сосед. У меня. Нет, дело в том, что как бы у каждого вокалиста все равно для таких вот штучек, когда нет слов, и когда особенно я вообще не знаю слов, и сама, с вами всеми лялякаю, я даже не думаю о том, но все равно фонетика все-таки не ла-ла-ла, не парам-папам. Ну, то есть то, что как бы вот она в стиле, да. Но она в стиле вот именно должна быть. Поэтому здесь смелее. Было лучше. Царят, было лучше, молодец. Подстрочник где не вижу. Или говори мне перевод. Будет подстрочник. Ну тут когда? Все перечисляется, что чем больше, тем лучше. Тут про бриллианты, про деньги, про славу, про все. Ага, то есть тебе что-то как-то... А тебе нужны бриллианты? Честно? Да. Так, хорошо. А вот мне они совершенно не нужны. Да, я не буду носить. Мне не нужны. Просто потом продать можно. А, то есть ты как капитал это рассматриваешь. Ну ладно, тоже принимается. Хорошо, а тебе нужны деньги. А тебе слава нужна? Наверное, скорее да, чем нет. Ну тоже хорошо. Тебе хочется стать известной, все это. Еще что там перечисляется? Деньги, слава, что? Там много всего перечисляется. То есть тебе всего этого надо? В принципе? В принципе, да. Ну а где это? В вокале? Где это? В пении? Ничего не пришло. Да как, когда оно придет-то? Придет. А так оно должно быть вот здесь и сейчас. Ты же понимаешь, о чем поешь? Ну так и вперед. Если тебе это надо. Если бы мне это не надо было, я бы вообще эту песню не брала. Потому что, как правило, человек поет, когда он олицетворяет именно то, что он поет. Угу. Если это нужно мне, я спою классно. А если мне это не нужно, я это не буду петь вообще. Я найду другую песню, где будет другой текст, другая будет совершенно, ну, тематика. Пою. Быть. Ну, Сарьяна, я вообще... Ля-ля-ля. Ну, что это за ля-ля-ля-то? Ну, Сарьяна. Поехали еще разок. Завышай. Только ты вот это спела, у тебя там кульминационный момент. Моментик, это ладно. Я говорю, я не знаю, почему ты не хочешь сменить фонетику. Оно уже, понимаешь, это надо выкорчевывать. Это не то. Вот мы все выдергиваем эти траля-ля, парара. И все никак я не могу выдернуть. А скорее всего, потому что когда ты занимаешься дома, ты еще раз утрамбовываешь это все. Вместо того, чтобы написать себе большими буквами на лист. Прямо вот фонетический какой-то вот такой джазовый все-таки скет-фонетику. И долбать, выкорчевывать вот эти вещи. У тебя, когда ты кульминационный момент, ты думаешь, то есть чем больше, тем лучше. Где сразу все? У тебя они все, они повторяющие, они должны быть разными. Они должны быть разными. Где-то даже подмигнула. Нормально все, чем больше, тем лучше. Мне много не будет.
натуре, товарищи. То есть, ну, все, здесь, я говорю, гротеск уместен. Здесь шали, там, шути, все это. Еще разочек это место. Это невозможно. Я в седле сижу, и ноги в стременах, и еще лошадину держу, понимаешь, завозчик. Кто меня оттуда вышли? Ну кто? А у тебя what, you, zu, чего там еще? Ну как? Ну одно же за другое же цепляется. Еще раз. Пораньше включу. Прям вот так. Все, вместе, на легато. Так. Давай. Сейчас. Поехали, поехали. Так. Пинка для скорости. Это мелодия улетела. Да ты мне просто спой этот ход. Чтоб чисто. Сейчас они были чистые. А перед этим, понимаешь, что я улетает, она не может улетать. У тебя все цельно. Как оно может улетать? Если ты выбиваешься из интонации, значит, ты разорвала эту нитку. Я рулю-то. Давай. One's broken. Дай мне one нормально. One. Дай мне. One. One. А потом уйди в нос. One's One's broken. Да, послабее. Рано уходишь. Сначала дай мне, вывали мне прямо. Ладно. Вывали этого звука. Дом будешь работать. Better, what's okay to keep in home.
хочешь, да? Так. Где? За словами, я не успеваю за словами. Ты вот здесь напиши себе. Фа, фа на на фа, фа на на тин тин ти 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 па 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 на на на. Фа ра ду ту, фа па рин дин ту ду ду ту. А иначе ты уходишь, понимаешь, ты если фонетически этот кусок выбрасываешь, он не звучит. И опять все полетело там, я имею в виду, интонация опять наверх полетела. Мы допоем сегодня? А? С речитативом. Пока не добивайте. Заземляйся. В голову, ну то есть еще просто финал рыхловатый, да? Uh-huh. Или споришь мне еще раз? Нет, там слишком быстро идет. Нет, ты мне самый финал спой, я хочу послушать, что ты там наваяла. Смело можно дать ничего?
Ай, да, 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 да. Ой. Вот и все. Да ладно, я подумаю с концовкой, как мне. Думай, думай, причем это вообще тебе как бланш. Хочешь еще сбить? Ну, сейчас была прекрасная, хорошая. Тоже еще не выздоровела до конца. Все. Ну, мы в процессе. Ну, ладно. Отдыхай сейчас с Джульеттой, поработаем. Будешь еще работать потом? Или все, устала сегодня? Все, все. Все. Прошу вас, Джульетта.